В состав Олимпийской сборной России на играх в Рио войдут 280 спортсменов. Об этом сообщил журналистам президент нашего Олимпийского комитета Александр Жуков. Россияне участвуют в 178 видах спортивной программы. Список участников игр россиян появился на официальном сайте Рио-2016. Впрочем, считать его настоящей заявкой все-таки нельзя. Журналисты обратили внимание, что в документе, например, присутствует борец-вольник Виктор Лебедев, хотя до игр в Рио его-то не допустили. Но, с другой стороны, в этом же списке отсутствуют пловцы Владимир Морозов, Никита Лобинцев и Юлия Ефимова. Хотя они уже подали апелляции на отстранение, и их дела все еще рассматриваются в спортивном арбитражном суде.